Доброе утро! Всем привет! Я никак не могу. Представляете, у нас Макс с ветрянкой. Сегодня заметили, обнаружили на спине такие водянистые пятна красные. Вообще он у нас уже болел ветрянкой, где-то в годика три, наверное, но она у него в легкой форме прошла. И вон на лице красные пятна появляются. В общем, у нас сегодня прием в час дня у врача. И подтвердят нам еще и дадут какую-нибудь мазь. Вот, комарики покусали, я ему помазала зеленкой, чтобы не чесалось. В садике девочка одна болела. У меня опять простуда выскочила на губе. Макс с Каролиной, они вместе переболели ветрянкой, но она у них такая была в легкой форме. Несколько было пятнышек и без температуры, без ничего. В субботу-воскресенье была температура, у него болел животик. Вот как бы и сейчас начинают появляться пятна водянистые. Так что все в школу ушли, а мы тут сейчас будем завтракать. Ты тут ведешь раскопки, что ли, Афилька? Что такое? Слышу, копает. Я ему, кстати, в этот раз купила другой наполнитель. Он тоже бумажный, но вот такой вот мелкий. Этот покрупнее. Ладно, не буду мешать тебе. Ты занят очень важным делом. Бабуля еще не проснулась. Макс, чай будешь пить? А мы еще вчера и в бассейн пошли. Вот, со своей ветрянкой. Ксюша вернулась. Как прошел день? У них эта неделя, они не учатся. Поехали. Неделя проекта, да? Угу. Ну, в общем, они там... Чем вы занимаетесь? Рисуете? У тебя руки черные, акриловой краской? Мы там эту стену рисуем. На улице, которые? А можно потом будет посмотреть? Сейчас, вон, всю неделю. Я завтра не пойду в школу. Почему? Я не хочу. Да конечно, я так стою, папа, вот так. Они постоянно друг друга цепляют, толкают, пихают. Почему это ты не пойдешь в школу? Ну-ка. Ну-ка. Сделай себе бусики. Красиво. Но спать она хочет и в школу не пойдет поэтому. Да ладно. Да ладно. О, папа. Домашка есть, меры решать надо. Хочу спать. У тебя ветрянки нет случайно? Мама, где мой скейтборд? Нигде ничего не чешется? Мама, где скейтборд? Где? Такая нет. Голова? Так, ждем Маргариту, она сегодня поехала на велосипеде. Поэтому, мне кажется, через минуточек 10 она уже приедет. Желешку? Да. Ты купили вот. Сколько упаковок желе? Очень много. Это много. Завтра будем... Мама, завтра будем еще делать. Каждый день? Да. Чему золотой вон у тебя как? Ну как высыпает. Как сильно. Мама, пошли к доктору. Да, сейчас пойдем. Все, уже начинает спину высыпать все. Сегодня так утром еще не было, сейчас еще больше появилось. Я отдыхаю лучше. Сегодня облачно, но жарко. 22 градуса пока показывает. Все, пришли, будем ждать. Будем ждать врача. Не бойся, тебе ничего не сделают. Просто посмотрит, даст нам крем какой-нибудь и все. Тут прям такой ремонт сделали. Красиво, все новенькое. Компьютер стоит у врача уже. Раньше не было. Угу. Прям так все аккуратненько. Карта. Нет, тебя не будут ложить, не бойся. Ты просто подымешь кофточку, тебе посмотрят спину. И все. Спинку посмотрит, потому что у тебя там очень много этих. Чешется? Не чеши, самое главное, а то они лопнут потом. Пойдем, Макс. С котами играть? Нет, я тебе буду мазать спинку. И животик, и ножки. Пойдем. Нет. Купили вот такую вот игрушку для Фильки, но с ним играет больше Бонни. А Филе не важно. Фильке неинтересно. Бонька играет. А внутри что-то есть. Так, смотри, я тебя буду мазать, только ты потом не трогай, ладно? Мама, давай срежем. Она такого белого цвета. Как крем. Макс, ну потерпи чуть-чуть. Ну сейчас она высохнет, этот крем, тогда наденешь, ладно? Иначе будет очень сильно чесаться. Мама, у меня голос ломает.
Из-за того, что ты утром поехала на велосипеде? Угу. Холодный ветер. Ну что, мы съездили за нашей качелей, заехали в турецкий магазин, купили арбуз и еще какой-то, не знаю, что это такое. Посмотрим, какие-то креветки или что там. Мы стараемся всегда покупать только турецкие арбузы, они самые вкусные. Сейчас приедем, соберем качельку нашу. Сколько у нас? 27-28 градусов. Каролина знает, как, да. Да, мёты. Побольше возьми вилку, Каролина. Наверное, он не красный. Антирафазы? Почему он его забыл? Маленький кусочек вылез. В дормиторию. Он прям трескается. Опа. Сейчас будем дразнить всех, а? Запах какой. Каролина, не трогай пони. Так, вот такая вот лепешка. Еще клубничку взяли. Клубничка мне турецкая, испанская. Бабушке красная вообще нельзя кушать. Скорее всего, ей нельзя. У нее подагра. И красная ей вредно. Хотела бабушку порадовать. Совсем забыла. Процесс пошел. Собираем потихонечку уже качельку нашу. Пока еще не знаю, куда будем ставить. Либо сюда, либо туда. Да, Манюшки? Да, Манюшки. Так, все, садимся. Хлебушек подогрела. Тепленький. Вон сали. Арбуз с хлебом. Ладно, я начну уже. Тут мурашики бегают, А можно хлеб? Можно, конечно. Там желе, даже нужно. Да ты что? Все красное. Все красное, да, у нас. Что я не донесу? Вот желе. Желе красное, арбуз теперь красный. А бабуле все нельзя. Нет, бабуле нельзя. Собрали наконец-то. И гроза к нам надвигается. Вон тучки летят, гром гремит. Но может быть даже и мимо пройдет, мимо нас. Все, теперь нужно подумать, куда поставить. Удобно? Не в комнату можно поставить. К тебе в комнату. Может быть, твою комнату сюда? Давай. Дай мне посидеть хоть. Нет. Развалилась тут мадам. Подушечку принести, одеялко. И спать. Сколько тут поместится? 3-4 человека? Ой. Ой, как комфортно. Оно только вот сильно, так вот будет. Сильно не раскачивайся. И спира. Пописеть. Какой вес выдерживает, интересно. А где было написано? Надо прочитать. Удобненько очень даже. Бабушка проверять сейчас будет. На прочность. Надо придерживать, чтобы не уехала. Все. Все? Удобно? Удобно. Садись. И качаться вот так. Я думаю, что он упадет. Не, не упадет. Нормально. Если упадет, надо туда назад там палку. Каролина, садись, бабуля. Во, должно выдержать. Ну все. Кайфуйте. Бабушка подвигает.
Самое первое, как мы держали мы, да? Значит, можно. Боня, иди сюда, Боня. Иди сюда, быстрее. Садись сюда. Боня, давай. Опа, еще одна вот. Сиди, моя красавица. Втроем. Правда, очень хорошо. Да, это какие-то рыбные, я не знаю, тут рыба или что тут? Крабовые палочки или рыба. Рыбные вот такие вот штуки. И тут прям воткнули. Ее обязательно нужно ночью выгулить, иначе она где-нибудь навалит. Пойдем сюда, пойдем. Быстренько. Вот так. Целый день сегодня снимаю лук и даже... забыла про самую главную новость, которую хотела вам сказать. В общем, этот влог вы смотрите последний. И вернемся мы только после 26 числа, после 26 мая. Потому что мы с Лео улетаем по делам. У нас не будет неделю, поэтому влоги снимать не будем. Я лечу к себе домой, на свою родину. У меня есть дела, которые нужно закончить, поэтому в этот раз лечу с Лео. Детки остаются с двумя бабушками, с моей бабушкой и с его мамой. Вот, так что на неделю мы улетаем, там 2 дня за перелет можно посчитать, и 5 дней буду там находиться. Может быть, там немножко вам поснимаю что-то интересное, если куда-то мы пойдем, поедем, где-то будем гулять, но видео я буду выкладывать, когда уже приеду. Так что так, ребятки, не теряйте. Если что, смотрите Инстаграм, буду выкладывать сторис. И как только прилетим, будем дома, я обязательно вас оповещу и скажу, когда выйдет влог. Не скучайте, скоро вернемся. Ой, так громко. Так что, ребятушки, всем пока и до новых встреч.